У нас июльская смена программы школы юного каюра. Приехали ребята. Вот сейчас они находятся в питомнике, ухаживают за собаками. Вот. Они знакомятся со собаками, ну, ухаживают за ними. В их обязанности входит выпаивать, кормить. В общем, мы учим всему тому, что, вот, что умеем сами. Ну и заодно у нас здесь вырос такой типи кемпинг. И вот в этом типи кемпинге как раз дети будут жить. Идет установка палаток. В этом году нам палатки подали спонсоры, ОРТ-палатки, которые работали у нас на гонке Волга-Квест. И палатки у нас до сих пор находятся символом гонки Волга-Квест. Маша с Сергеем продолжают установку палаток.